Советская кухня – это всегда ярко, ароматно и очень вкусно. Теперь есть уникальная возможность самому освоить все тонкости. В атмосфере истинно грузинского гостеприимства и веселья прошел первый мастер-класс. Перед Новым годом гости научились готовить альтернативу надоевшему оливье. Хочу довести до людей, вот как мы вкусно готовим, как это все красиво, как это все вкусно, чтобы люди дома у себя своих близких могли бы угостить, там, приготовить. Мы даем сертификаты, даем и все. У нас мы в группе ВКонтактах находимся, мы везде находимся. Пожалуйста, приходите, смотрите, радуйтесь. В меню первого мастер-класса хачапури, хинкали, а начинается застолье с салата. Эмеретинский грузинский салат. Вот как готовится. Берем мы обычно помидоры, огурцы. Вот, пожалуйста, я делаю, вы тоже рядом со мной. Распробовать вкус Грузии можно не только на мастер-классе. Вечер в теплой дружеской атмосфере за дегустацией вкусных блюд – лучшая идея в любое время года. Я готовлю в этом заведении по нашим грузинским традиционным старинным рецептам, которые передаются из поколения в поколение на протяжении 100 лет. У вас есть уникальная возможность попробовать настоящую грузинскую кухню в нашем заведении. А любимые блюда из меню потом можно научиться готовить на кулинарных уроках. Шеф-повар выбирает для мастер-классов самые знаменитые грузинские угощения. Вот у нас в Грузии, знаете, как говорят, хачапури и сациви. Это самое такое популярное блюдо. Хачапури да сациви. Это первое блюдо, которое за стол должно. Это я, значит, через месяц, да, еще будет у нас мастер-класс. Вы придете, я вам покажу, как сациви будем готовить. А пока будем стряпать хачапури. Тесто надо раскатать тонко, уложить на лепешку сыр, собрать в мешочек и снова раскатать. Сверху снова щедрая порция сыра, а теперь в духовку. Каждый месяц у нас будет, значит, проводиться мастер-класс. Сегодня будем проводить 3 блюда. Через месяц будем проводить еще 2-3-4 блюда, уже разные, мясные будем проводить, будем салаты проводить, понимаете, будем делать. Мы будем вот сациви будем готовить, там, понимаете, там мы будем аджахури готовить, там мы будем кучмачи показывать. Опа, это такие великолепные блюда, которые действительно в России люди любят, кушают. И самое, пожалуй, популярное – хинкали. Не только приготовление, но и поедание этого блюда целая наука. В тесто кладем сочный фарш, собираем в мешочек, обрезаем хвостик. И даже в воду хинкали нужно опускать по-особенному. Вода, соль обязательно должна быть. Вода должна быть такая вот. И, значит, берем, прокручиваем воду. Вот, прокручиваем вот так воду. Почему? И вот, смотрите, пошло. Я вообще как бы первый раз на таком мероприятии. И, естественно, мне очень все понравилось. И дома я буду готовить очень все вкусно и здорово. Если у вас тоже проснулся зверский аппетит при виде грузинских гастрономических шедевров, добро пожаловать на следующий мастер-класс. За расписанием уроков можно следить в соцсетях ресторана.